Профессионалы на спортплощадке. В САКах провели открытый городской турнир по воркауту. Принять участие в масштабном соревновании приехало более двух десятков участников со всех регионов полуострова. Как прошла борьба силы духа и нетренированности тела, расскажет Екатерина Наумова. Действительно сложный вид спорта, ведь за каждым из упражнений стоят месяцы, а то и годы упорных тренировок. И в итоге у ребят должны быть задействованы все группы мышц тела. Главная отличительная черта этого вида спорта – здесь нет ограничений по возрасту. Поэтому неудивительно, что на столь масштабные соревнования приехали ребята не только 16-20 лет, но и совсем юные. 12-летний Алексей тренирует свое тело уже полгода. Рассказывает, все начиналось с обычного увлечения. Начиналось с того, что брат попросил папу сделать турник дома. Брат занимался, и я за ним пошел. И теперь юный севастополец с легкостью выполняет даже сложные элементы. Конечно, как и любой вид спорта, такие упражнения травмоопасны. Но в основном повреждения от неподготовленности. Травмы случаются по глупости, так как нужно размяться перед тренировкой. А вот я вот не размялся и повредил руку. Тем не менее, в силе и способностях этих ребят сомневаться не стоит. Об этом с уверенностью говорят и профессиональные спортсмены. Действительно, элементы выполняют довольно-таки сложно и довольно-таки качественно. Определенно можно сказать, что довольно-таки серьезный уровень у нас в Крыму воркаут именно представлен. Этот открытый городской турнир позволяет не только получить звание лучшего из лучших, но и является негласным отбором на фестиваль экстремальных видов спорта «Экстрим Крым». Здесь это крымские ребята, которые есть возможность показать себя, показать то, что они там смогли натренировать за этот год, определить какие-то там фавориты, лидеры, да, и ну, для кого-то это бесплатные путевки сегодня на фестиваль экстремальных видов спорта. Конечно, выбрать самых способных даже компетентному жюри было непросто, ведь каждый из спортсменов, как говорится, выложился по полной программе. Екатерина Наумова, Александр Смычек. Время новостей. САКи.